История, доказывающая, что в жизни, если очень захотеть, возможно практически все. Трассировщик, который потерял обе ноги, спасая человека на дороге после долгой реабилитации, снова на манеже. Ростовский цирк, нескончаемые аплодисменты зрителей, любимые подопечные, все так же, как и было до трагедии. Только ему одному известно, чего стоило это возвращение. Юлия Чумакова о воле к победе над собой. Он просит ему не помогать и в вольер с хищниками заходит сам, неловко управляясь костылями. К дрессировкам своих подопечных Виталий теперь привлекает жену. Она должна стать его ассистентом, правой рукой, до тех пор, пока он не окрепнет. Пена. Да, дай говорить. О, хорошо, съела, молодец. Ничего, пусть кушает. Молодец. Виталий ругает себя за медлительность, неповоротливость и очень боится упасть на арене, показать хищникам свою слабость. Надо исключить падение. Падать на манеже нельзя. Год назад Виталий остановился на трассе, чтобы помочь попавшим в аварию людям. Молодого парня, который лежал на дороге без сознания, он буквально вытолкнул из-под колес фуры. Фуру я видел, она летела в нас. Ее начал заносить. И оставалось вообще считанные метры уже. Я закинул Сергея под отбойники и стал перепрыгивать сам и не успел. Он потерял обе ноги и желание жить. Так жене и сказал. Это очень трудно. Ему было трудно? Невыносимо. И вообще говорил, оставь меня, я не хочу портить тебе жизнь, я не хочу там объедать своих детей, я хочу, чтобы вы жили хорошо. Зачем вам нужен инвалид? Ласик, иди сюда. Никого не ешь. Человек, который, не зная страха, гладит львов, как кошек, и запросто здоровается с тигром, тогда в больнице плакал. Теперь в это трудно поверить. Но его друзья и близкие до сих пор вспоминают, чего ему стоило вернуться к жизни. Понять, что творится в голове у человека, который потерял ноги, который их имел и потерял, это, наверное, страшно. Он замкнулся в себе, перестал отвечать на звонки, общаться с друзьями, строить планы на будущее и мечтать. Тогда мечтать за него стала жена. Я говорю, ну у нас же в стране куча паралимпийских чемпионов. Просто куча. Они бегают так, что нам их не догнать. Я говорю, мы же не хуже. Все в один голос твердили, такие, как он, могут полноценно жить и работать. Нужно только захотеть. Да, такого в мире цирки не было. Что человек без ног на протезах будет работать. Ты можешь стать первым и единственным дрессировщиком на многие-многие годы, который станет примером во всем мире. Братья Запашный и многие другие артисты, которые узнали о Виталии и его беде из выпусков новостей, помогли ему не только восстановиться, но и собрали деньги на протезы. На вручении цирковой премии «Мастер» летом этого года он пообещал. За вашу помощь, за вашу веру в меня. Я вернусь в этот манеж. Спасибо вам. И вот впервые после той страшной аварии он выходит на арену ростовского цирка. Конечно, волнуется, как его примет зал, все ли получится. Виталий очень хотел, чтобы на представление приехал спасенный им тогда парень. Сергей со своей семьей живет в Подмосковье. Той ночью на трассе он получил тяжелые увечья. Долго был в коме. Заново учился ходить и говорить. Приехать в Ростов ему пока не позволяет здоровье. Но не поддержать Виталия он просто не мог. Большое вам спасибо, Виталий, за то, что вы нас спасли. А то бы, если вы, наверное, нас не было. Успехов в выступлениях в цирке, чтобы вас звери всегда любили. Под светом софитов Виталий заходит в клетку с хищниками. Он решил отработать это представление без помощников. 5 львиц, 2 тигра и никакой страховки, кроме костылей. Они же заменяют ему стек, палку дрессировщика. Но беспомощным Виталий не выглядит. Он вожак этой стаи. И 200-килограммовые кошки иногда вальяжно, реже нервно, но послушно выполняют команды своего укротителя. От происходящего на арене в зале замирают сердца. К концу программы видно, он устал неимоверно, но на финальный поклон вышел с улыбкой. Ростов – это только первый город в гастрольном списке. После выступления здесь Виталий Смоленец и его дикие кошки поедут выступать дальше по городам Центральной России. Сколько продлятся эти гастроли и когда артисты вернутся домой, неизвестно. Впрочем, сами они говорят, что их дом здесь, в цирке. Юлия Чумакова, Сергей Чеботарев, Ксения Гуманова, Анна Топ, Марина Светлая и Валерий Жичкин. Первый канал.